Уважаемые дамы и господа, приветствую всех. Меня зовут Алексей Кузнецов. Время 13 часов. Обзор начинается. И я хотел бы попросить вас поставить плюс, если меня хорошо видно и слышно, для того, чтобы я смог приступить уже к обзору и был бы уверен в том, что у нас с вами все хорошо. Напоминаю, что я записываю свои семинары, выкладываю на канале YouTube. Ну, правда, бывает такое, что я забываю, но вот вчера я выложил только вечером, к сожалению. Вот. А, в общем, я стараюсь это делать сразу же оперативно. Поэтому вы сможете посмотреть еще раз все эти семинары, и вы сможете еще раз, так сказать, посмотреть и проанализировать рынок с точки зрения, о которой я говорю. Ну, надеюсь, вам это поможет в вашей торговле и в вашем анализе. Спасибо огромное за ваш отзыв. Давайте посмотрим, что же происходило со вчерашнего дня. Ну, прежде напомню о том, что сегодня вечером будет заседание ФРС, на котором огласят, так сказать, данные по процентной ставке Федерального резерва, ну и, так сказать, будет отчет о том, чего и как там происходит. Конечно же, инвесторы этого очень активно ждут, потому что это обычное событие крайне важное для всего инвестиционного сообщества. И я так думаю, что сегодня может быть, скажем, отсутствие таких принципиальных движений до самого вечера. А вечером может быть высокая волатильность. Вот чтобы под эту мясорубку не попасть, я вам очень настоятельно рекомендую к вечеру, по крайней мере к 9, к 8 вечера, все свои позиции, если вы не в долгосроке, конечно, стоите, все свои позиции закрыть. Их, по идее, и так бы надо закрывать к вечеру, потому что, ну как сказать, если вы торгуете внутри дня, то вечернее время уже не самое интересное для торговли, в любом случае, и не самое предсказуемое. Ну вот в контексте того, что будет важная информация макроэкономического характера, то все позиции однозначно стоит закрывать. Так, дальше. Еврофранк. Давайте посмотрим. Вот я показывал, что есть 4-часовой диапазон с четкими границами, цена из него вышла, еще, по-моему, позавчера, что ли. Я сказал о том, что верхняя граница очень достижима, и если будет она пробита, то откроется дорога. Ну, в любом случае, так сказать, при пробитии этой границы открылась дорога к значению 1.1076. И вот мы видим, что цена буквально 15 пунктов пока не дошла, но я так думаю, что она еще туда придет. По крайней мере, вот видите, данная цель отработала полностью, и было пробитие дальше, и я думаю, что 1.1076 тоже уровень, может быть, даже уже сегодня будет взят. Потому что, ну вот видите, дневная зона консолидации с четкими, опять же, границами, выход из этой зоны, и вот она цель здесь уже. Вот. Сейчас пока сдерживает предыдущий уровень дневного, ну даже, можно сказать, недельного формата, вот этот уровень, на котором мы видим, цена находится сейчас. Вот, конечно, по большому счету, если вы отсюда стояли, то здесь можно позицию и прикрыть уже, потому что, ну, видите, уровень все-таки есть, и он может цене помешать вылезти за его пределы. Тем более тут всего 35 пунктов. Но, в общем-то, в общем и целом, судя по ценовой динамике, я очень даже не исключаю возможность продолжения движения вверх. Тем более, видите, тут образовался флаг. Он, правда, образовался не, скажем, не в начале движения, а, так сказать, уже в процессе движения. Такие флаги, они, как правило, не очень надежны. Вот. Но, тем не менее, это есть. И мы видим, что после динамичного движения возникло обратное движение. Такое вяленькое. И, в общем-то, в этом контексте я считаю, что уровень 1.1076 вполне даже может быть достигнут. Евро-доллар. По евро-доллару ситуация, пожалуй, наверное, по единственной паре, по которой ничего не происходит почему-то. Может быть, из-за этого ожидания или еще из-за чего-то. Но, в общем, все фигуры есть, все направления, казалось бы, сформированы, а цена находится в боковике. И никак из этого боковика, вот дневного, смотрите, выйти не может. Все, просто цена застряла. Застряла, никаких тут не может движения организовать. Смотрите. Вчера я сказал о том, что есть линия поддержки, есть уровень поддержки. Смотрите, цена подошла к этому значению, прям, что крайне редко бывает, пробила его сразу же. Но, может быть, в связи с тем, что вот
данная узловая точка была так подозрительно легко пробита, может, она и не пошла. Но вот здесь, по крайней мере, видите, он вчера нас обманул и не пошел вниз, несмотря на пробитие линии поддержки и несмотря на пробитие вот этого уровня поддержки. Кроме того, здесь вчера на этом пике, видите, была еще и дивергенция. Но вот, тем не менее, разворота здесь как такового не состоялось. И цена снова ушла вверх. Вот, поэтому вот эти линии я убираю. Что дальше? Сейчас, смотрите, только что мы получили сигнал на покупки, потому что образовался, видите, 30-минутный треугольник. Ну, как бы раньше получили сигнал, чуть раньше получили сигнал на покупки, но тем не менее, видите, как все произошло. Он так то ли часовой, то ли 30-минутный, его можно и так рассматривать. В любом случае, сигнал получен, цель по движению цены 1.0890. То есть, может быть, даже к уровню 1.09 придет. Поэтому вот я рассматриваю здесь такой вот сигнал. Здесь, правда, немного, 20 пунктов, но тем не менее, они есть. Так что профит, здесь сигнал получен. Доллар, швейцарский франк. Еще до этого в 4-часовом формате я рисовал вам симметричный треугольник, который махнул вверх, потом откатилась цена. И вот я сказал, что о том, что эта цена будет весьма-весьма вероятно достижима. По ходу образовался еще и структура похожая немножко, напоминающая, вернее, флаг. Правда, не совсем такой флаг. Вон тут, видите, тормозил. В части особенно хорошо видно. Видите, такое движение было не очень энергичное. И в конце с таким затуханием. Для флагов это не характерно. Поэтому я рассмотрел его как нисходящий канал и двойной канал вверх от нисходящего. Видите, он вчера открылся, как мы с вами после нашего обзора буквально. И, видите, четко, совершенно прекрасно отработал. Отработал и цель по треугольнику. Она в этом же, видите, районе находилась. И цель по двойному каналу. И вот сейчас находится в фазе обратного коррекционного движения. Давайте смотреть, что здесь нас ждет дальше. Цена откорректировалась в дневном формате после предыдущего падения до уровня 7.64. И в этой связи, вот видите, тут 1, 2, 3, 4 бар не может перейти значение 1.0166. Это значит, что в этой связи может, в принципе, в данной, после данного движения возникнуть обратное, то есть продолжение вот этого вот первого мощного движения вниз. Тут, видите, тем более есть уровни важные и так далее, и так далее. И не исключено, что цена может возобновить движение вот сюда к линии поддержки. Но все будет зависеть от сегодняшних данных по Федеральному резерву, потому что по большому счету цена запросто может, смотрите, вновь прийти к максимуму 1.0326. В общем-то, как сказать, если доллар будет укрепляться, то это может сказаться и на паре доллар-франк, несмотря на то, что по общей конфигурации более похоже, что вот эта волна импульсная, а вот это все возникают коррекции. Ну, в общем, по крайней мере, сейчас цели отработали. Я не буду делать особо долгосрочных тут прогнозов. Все это я убираю, потому что уже цель произошла, уже достигнута. Так, вот Юрий пишет, кроме всего прочего, на евро H1 сформирован канал и цели определились. Ну-ка. А, ну да, согласен. Согласен. Ну, в общем, я здесь просто по поводу треугольника. Треугольник, он очень тут, очень хорошо вписывается. Вот посмотрим, как будет эта структура работать дальше. Британский фунт. Я вчера в 4-часовом формате сказал о том, что цена немножко не дошла до линии сопротивления и после коррекции вполне может дойти. В часе образовался нисходящий канал. Я сказал, что цена жмется к верхней границе данного канала и при пробитии возможно движение вот как раз к линии сопротивления более крупного формата. Ну, по крайней мере, канал должен быть отработан. Вот смотрите, вот если брать цель, вот она цель, как раз целью является уровень касания
линии сопротивления 4-часового формата 1.4309. Вот видите, вчера цена вышла, сразу тоже после обзора, после нашего. Вот. И пошла четко совершенно раз и в цель. То есть очень хорошо данная пара отработала и дала вчера хорошие возможности для заработка. Доллар, японская иена, правда, пока после пробития данного треугольника никак не может достичь цели, потому что попросту ушла в какой-то боковой диапазон. Но это опять же не говорит о том, что цена его не достигнет, данной цели. Это говорит о том, что просто динамика ценового движения замедлилась, и это может произойти после как минимум пробития вот данной линии сопротивления. Вот линии сопротивления показал. Если она будет пробита, то, скорее всего, цена пойдет туда достаточно эффективно и хорошо. Вот. Давайте наблюдать и смотреть за тем, что будет происходить в данной паре. То есть пока здесь, вот в долларе-иене, я не вижу особых поводов, ну, кроме того, что вход уже должен быть сделан, да, особых поводов для входа здесь я не вижу. Потому что в часе, как видите, ничего такого отчетливого и понятного здесь нет. Может быть вероятность того, что вот смотрите, образуется здесь какой-то треугольник, и вот куда-то он может пробиться, вот так, наверное, его. Вот, треугольник может образоваться. Вот так вот. Если он пробивается вверх, значит, можно уже сразу же, пробиваясь вверх, и пробивается вот эта линия сопротивления. И это нам показывает, что цены возобновили восходящее движение и открыт уровень 119.54. Австралийский доллар. В австралийском долларе, смотрите, цена вышла из зоны консолидации, пробив линию сопротивления. Я показал целевую зону. Вот эта целевая зона, которая является как раз, вот, это как минимум зона, как сказать, сейчас я покажу, откуда она взялась. Вот, это зона предыдущего минимума. И в нее цена вполне должна была дойти. Вот она немножко не дошла, откорректировалась. Смотрите, опять до этих уровней, до уровней, которые пробила. И я вчера сказал о том, что видите, уже формируется разворотная свечная модель. Тут даже, видите, в четырехчасовике три разворотных свечи. И вот мы вчера во время обзора сказали, что есть вероятность движения вверх к этой целевой зоне. И вот, как видите, целевая зона все-таки была полностью достигнута. Достигнута она уже сегодня, но тем не менее она достигнута. И я так думаю, вот исходя из ценовой динамики, что сейчас надо очень быть внимательным, что будет дальше. Она пойдет вверх, скорее всего, к уровню 0.7090, либо она начнет корректироваться вниз. Если будет корректироваться, смотрите, вниз, то, во-первых, нам подсказку дает вот этот вот часовой треугольник. Вот этот часовой треугольник. Миленький такой. Но, тем не менее, этот треугольник сможет нам дать информацию о том, куда цена все-таки пойдет. Пойдет она вверх с достижением значения 0.7090, либо она уже вот от этого уровня, вот от этого уровня, видите, как он четко здесь прослеживается, либо она развернется и двинется вниз. Если она идет вверх в этом треугольнике, пробивая треугольник, то значение и цель нам понятны, вот оно. Если цена начинает двигаться вниз, тогда мы здесь можем построить, смотрите, вот такой вот треугольник уже. Вот. То есть, видите, треугольник на треугольнике треугольником погоняет. И уже потом, после пробития границы вниз, двигаться уже дальше вниз, вот к тем значениям, которые, вот видите, немножко не были достигнуты. Посмотрим, как будут развиваться события. Здесь никакой спешки не надо. Ну вот, очень многое зависит от того, как поведет себя цена вот в этом маленьком треугольнике. И исходя из этого уже надо будет смотреть, что будет в начале. То есть достижение вот этого значения, либо формирование восходящего треугольника. То есть считаем, что данная формация уже полностью отработала. Уровень тут такой, видите, непонятный. Я свои позиции пока прикрыл.
Вот. И опираясь вот на вот эту информацию, я так думаю, что этот треугольник нам даст сегодня хороший ориентир. Новозеландский доллар. Вот по новозеландскому доллару для меня все менее как-то понятно, тут все более криво как-то происходит. Я обозначил целевую зону для движения вверх, для коррекции. И в принципе возможность ее достижения, да, довольно большая. То есть вполне возможно, он может двинуться вверх. Но вот как-то видите, пробитие канала произошло как-то ну очень там, непонятно, очень как-то вяло. В любом случае, что тут можно сказать, формируется кривенький, но расширяющийся треугольник. Вот для Антона Четверякова я сейчас говорю, потому что он любит такие вещи. Вот, чтобы вы не забывали. Кривенький он, правда, он слишком, видите, такой. Но тем не менее. Смотри, цена подошла снизу, ударилась в уровень, отскочила. Ударилась еще раз, опять отскочила. И вот сейчас может она его пробить. Если пробьет, то вот как раз к уровню 38,2, то есть вот к значению вот этих пиков она может пойти. Но это как минимум, а как максимум, ну вот где-то да, тут примерный канал у нас и есть. Сейчас я поточнее, вот так вот. Ведь, в принципе, вот он, каналы есть, и цели по треугольнику, по расширяющимся, совпадут с целями по каналу. Если вчера сигнал был неясный, то сейчас будет это более понятно, из более мелкого часового формата мы увидим, как будет происходить движение сюда, и у нас будет цель. Так, доллар, канадский доллар. Вот с данной парой мне сейчас пока несколько непонятно, что будет происходить. Учитывая, что у движения нет какой-то, ну для меня, например, отчетливой структуры, просто происходит, видите, ценовое сползание, некоторая коррекция, новая волна вниз, о которой я, в общем-то, говорил о том, что, скорее всего, движение не закончено. Вот. Но, тем не менее, пытаюсь я здесь что-то увидеть, чтобы дало ориентиры. Ну вот, никак что-то. Вот, смотрите, единственное, что я здесь пока вижу, у нас есть уровень поддержки, который сейчас стал для цены сопротивлением. И пробитие его вверх какой-нибудь свечой с крупным телом может привести к продолжению дальнейшего движения. Кроме того, здесь можно вот это все в виде восходящего канала разрисовать вот такого вот. И, возможно, здесь будет двойной канал вверх от восходящего. Тут сравнительно неплохие цели будут. То есть порядка 70 пунктов. Но это, в общем, достаточно неплохо. Если посмотреть на более крупный 4-часовой формат, то здесь можно увидеть, видите, дивергенцию, что, в принципе, говорит о возможном движении пары все-таки вверх за американский доллар. Вот, так что... Ну, давайте посмотрим. До вечера, в любом случае, мелкие такие сигналы могут отработать, а вот уже более принципиальные, лучше, конечно, пока сегодня не трогать, до оглашения решения по процентным ставкам. Нефть пока так же, как и канадский доллар, застряла в некотором таком недоумении и в ожидании чего-то. И вот давайте посмотрим, опять же, что здесь будет происходить, потому что структуру, опять же, здесь пока я не вижу. Ну, в состоянии вот этой некоторой неопределенки золото немного растет так, умеренными темпами. И по большому счету, смотрите, вот уровень-то вот этот, вот, который я серый нарисовал, это уровень недельного масштаба. И в недельном формате пока ни одна из свечей не преодолела это значение. Вот видите, тенями пыталась туда. Вот сейчас единственная свеча, которая более-менее вылезла за пределы данного уровня. Но опять же, неделя не закрыта еще, здесь может остаться только тень. Рубль после попытки восстановления застрял пока в диапазоне, то есть и к евро, и к
доллару к американскому. Видите, вот диапазон. И пока вот этот диапазон продолжает оставаться для рубля комфортным. Сейчас очень многое будет зависеть от того, будут ли дальше падать цены на нефть или нет. Если будут, то рубль снова будет ослабевать. Если цены стабилизируются или даже начнут расти по какой-либо причине, то рубль тоже будет восстанавливаться. Вот. Напоминаю о том, что, ну, в общем, все, в общем, вся информация практически на данный момент по рынкам, о которой я хотел сказать. Вот. Напоминаю о том, что в четверг, завтра, 18:30, то есть вечером, будет очная и онлайн встреча с одной из наших клиенток. Это человек, который победил в конкурсе аналитиков. То есть это очень грамотная женщина, очень такая вот хорошо разбирающаяся в рынках, и ее прогнозы многократно подтверждались и оправдывались. То есть есть чем поделиться ей с вами, и я думаю, что вам будет интересно получить такие хорошие, надежные ориентиры для торговли в будущем. То есть это будет завтра в 18:30. Называется «Новый взгляд на рыночные перспективы». Приглашаю всех вас. Ну, а я жду ваших вопросов в чате. Если будут, я отвечу. Ну, а если не будет вопросов, напоминаю о том, что сегодня вечером будет третье занятие цикла «Базовый курс», на котором вы сможете узнать о том, что такое тренд, о том, что такое трендовые линии, о том, что такое уровни, как двигается цена по данным линиям и уровням. Ну и еще больше начнете понимать данный рынок. Это для тех, кто только начинает знакомство с рынком Форекс. Ну что ж, вроде пока вопросов нет, я тогда картинку вот ставлю вначале такую, потом поставлю немножко другую. Я с вами тогда на сегодня прощаюсь. Сегодняшнюю запись я выложу через полчаса на YouTube. Я сегодня уже прослежу за этим и не забуду. Вот. Ну и жду всех завтра в 13 часов на новом обзоре. С вами был Алексей Кузнецов. Антон, вы сказали, что по франку наш один канал. В принципе, да. Согласен. Он, правда, так сказать, ведь еще не пробился. Да, он часовой, скорее всего, не 30-минутный, потому что в 30-минутке, видите, да, дополнительных колебаний много. Согласен, Антон. Канал есть, узенький, но канал. Поэтому, если будет пробит нижняя граница, да, тогда двигаемся вот сюда к значению 1.0117. Согласен. Так, давайте я включу рабочий стол. Вот, смотрите, в 30-минутке он чуть более явно виден, а в часе, согласен, Антон, он виден очень хорошо, данный канал. При пробитии нижней границы двигаемся вот сюда. Вот как раз к этому минимуму. Я так думаю, как раз мы и придем. Спасибо, вы молодец, все правильно увидели.